Здравствуйте, это Анапа. И в Анапе сегодня дождь. Сегодня 16 ноября 2015 года, день моего рождения. Я был на планерке в штабе Анапского районного казачьего общества и домой решил идти берегом моря. Во-первых, потому что я никогда в дождь в такую погоду на море не был. Хочется просто посмотреть. А вот с другой стороны, как-то вот день рождения, это говорят, грустный праздник. Поэтому и погода такая способствует размышлениям. Вот я надел берцы. Это достаточно удобная обувь для такой прогулки. Ну, я сейчас нахожусь на улице Гребенской. Вот у нас аквапарк. Вот, это улица Гребенская. Она абсолютно свободна. Вот я сейчас у одной женщины, которая каким-то образом, значит, решила выйти на работу и торгует. Вот я у нее взял пакетик. Мне на работе подарили книгу. И я решил вот так вот пройтись. Поэтому летом, конечно, это очень оживленное место, оживленный пятачок, здесь и торговля, и люди постоянно. Вот он, вход на центральный пляж. Вот. Ну, а я посмотрю сейчас, какое море, и пошагаю домой. Ну, и заодно вам покажу, как море выглядит 16 ноября. Ветер боковой. Наверное, вам плохо слышно. Вот, но море, оно прекрасно во все, как говорится, во всякую погоду. И вот сегодня волна идет такая. Море шумит, остро пахнет. Но остро пахнет вот именно водой, морем, рыбой. Рыбой пахнет, как будто бы на рыбзаводе. Вот, чайки летают вот. Вот я их потревожил немножко. Они, ну, конечно, никто в такую погоду не гуляет. Ну, вот один человек вижу, потому что, ну, вот на этом мосточке, на пирсе тоже есть люди. Ну, может быть, рыбаки. Да, и рыбаки, скорее всего, удочки вижу. Вот. Ну, в принципе, тепло. Тепло, не холодно. Вот. И так как я одет, это самая нормальная одежда. Ветер бьет мне сзади, и дождь сзади. Но я одет тепло, поэтому мне очень комфортно, очень свежо, дышится легко. В детском парке зеленая травка. Ветра уже нет, ветер на море и довольно сильный. Вот, конечно, на море, это, допустим, если в такую погоду ходить, это нужен, да, действительно, длинный плащ или какой-то там комбинезон, чтобы все было закрыто, потому что ветер дует, несет вот эту вот и капли дождя, и вот эту морскую влажную пыль. Вот, поэтому там одежда должна быть, ну, такая специфическая. Ну, а здесь вот дождик вот уже еле-еле капает, по лужам видно. Ну, красиво, конечно. Все зеленое. Вот. Лошади, там ослик еще пасется. Спокойно, безмятежно.